Че за хрень? А слушайте, какая-то это подстава. Какая-то подстава. Точнее, не подкрутка, это точно какая-то подкрутка. Егор Гусев, привет. Какая-то подкрутка, дорогие друзья. Не может быть так, что на защитнике 3-2 боя подряд ты попадаешь вот в таком, ну, в такой расклад. Обычно ты в какой-нибудь жопе там с девятками, десятками играешь. Которые тебя просто унижают там каждым выстрелом. А тут меня кидает просто к семеркам и восьмеркам. Почти в топ. Ну так, по-моему, в том я тоже был в топе где-то. Ну, где-то тут наверху. И в предыдущем я тоже, по-моему, в топе был. Ну, что творит враги? Ничего творит. Егор, можно будет со мной на следующей неделе? Возможно. Если я смогу играть, мы будем на следующей неделе играть в танки с подписчиками. Вот так вот. А сегодня у нас, короче, стрим, посвященный только фарму. Вот, если ты хочешь поиграть во взводе, приходи на следующей неделе, субботу-воскресенье. Вот. Но если вдруг у меня не получится, тогда можешь не приходить. Ну, в смысле, короче, пока я не знаю. В общем, ты заглядывай, суббота-воскресенье, а там уже как получится. Я просто сейчас пока не знаю, будет ли у меня шанс что-то где-то взять. Но тут какие-то задрочи приехали. КВ-3, АМХ, мать его. Что это за танки вообще? Это даже не ровня мне. Моей имбе не ровня. Ну серьезно, это что-то какая-то дичь. Это даже нечестно. Они просто не могут мне ничего сделать. Может, мы попробуем натанковать их? Нет, не пробита броня. 1200. Ну сейчас же эти господины поедут. Они же не смогут стоять долго. Исаак там вообще стоит где-то. На жопе мира. Не, он меня пробил, кстати, МХ. Красавчик. Ну я поеду тогда, значит, к тебе. Да господи, кто мне сломал пушку? Ис, ты что ли? Ну ты гад-то. Зачем ты это сделал-то? Зачем ты это сделал? Зачем ты так сделал-то? Больно мне, моему танку. Взял пушку, мне сломал. Мы же совковые братья с тобой. Совковые братья на... Ис, защитник. Ну все это наша. Наша тема совковая. Че ты... Что-то такой агрессивный там. Так, а тут Су-122, да? Печалька. Надо как-то убить этого господина на ИСе. Нет, он уехал. Так, а что у нас тут? Мы что-то просираем опять. О, ты затрахал мне фугасами стрелять-то. Надо ИСа убивать. О, Су-122. .431. Пантера вообще фуловая. Пантера просто фуловая. Надо убить ИСа. А, у меня нету ничего. А Су-122 сейчас вылезет. Ну чинись ты, господи, быстрее. А, сушка уехала, слушайте. Она уехала сюда. Так, нам надо возвращаться к пантере. Бочецкий пока там воюет, может мы еще тут затащим. У меня, правда, снаряды кончились. Черт. Отстоя. Успел уехать он.
Не знаю, правда, куда он поехал. А, так, 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 надо что-то принимать решение. Так, у нас 2 минуты еще есть. Нет, так я не поеду, давайте я поеду лучше отсюда. 2 минуты, мы можем еще затащить, 9-9. Вроде бы все, правда, у нас как-то немножечко не так складывалось, как я думал. Я думал, тут безоговорочная победа наших будет, но... Как видите, победа не безоговорочная, но вполне возможная. Надо сейчас перво-наперво сбить захват с базы. А чёрт, Лорейн там стоит. Т-42. Отлично. 26 секунд, я успею. Не успею или не успею. Да, так, это Т-42 надо убить. А, тут еще пантера. О боже мой, о боже мой. Отстой. Ну, пацаны, тащите, тащите. У меня нету, короче, этой. А чинилки он меня сейчас пробьет. Да, он меня пробил. Шикотому, шикотому. Так, ну, короче, можно было пантеру, конечно, убить. Но мне кажется, надо было валить этого. Потому что у него было дофига хп. Давайте, пацаны, ну давайте, черт. Что такое-то? 44-е, фуловое, ну давай, разбирай их. Господи Иисусе, что творится? Что творится? Куда он едет вообще? Куда ты едешь, братева? Давай, давай, чувак. Блин. Это будет фиаско, если сейчас. Красавчик. О боже мой. А Т-44 застрял, короче. Он пытается протолкать. Не знаю зачем. О, Юдис проехал. Т-44 бот, походу. Походу, да, фуловый бот, ну боже мой. Не или не бот, я даже не знаю. Он просто объезжает куда-то. Хотя не, вроде. Вроде стреляет. Непонятно, как-то он играет. Короче, очень, очень странная манера игры. Ну, он пытался пару минут протолкать мой танк. Зачем-то. Зачем он еще и по самой неудачной траектории. Не, он его убьет. Красавчик. Базу берите. 3 минуты 39. Слушайте, походу сейчас поедет обратно туда заезжать там. Ну ладно, посмотрим. Сейчас мы взглянем, что тут произойдет. А что тут дальше произойдет? Да. Это печалька. Это печалька. Т-26 надо было сейчас вот взять, переезжать сюда. Да ё-моё, уберись нахрен. Или куда-нибудь сюда переезжать. Чтобы он его мог убивать. Потому что Т-44, он сейчас умрет. Хотя и Т-26, и Е-4 сейчас умрет. Они его убили просто. Точнее, он их убил просто насквозь. Насквозь, со всех дыр. Это пипец. Это печалька.
Не, ну Лёвыч, чё там Лёвыч, 439. Он сейчас его, наверное, с первого выстрела убьет. Да. Ой, блин. Вот это комедия. Ладно, мы накидали 4700, 2500 натанковали. Отстой. И получился вот такой отстой. О, это все это Т-42. Надо было мне, конечно, не выезжать на П-44, что-то я даже не думал. Может, мне мастер дадут, кстати. 4500. Союз выполнен. Чё там нет? А, дали мастер. Отлично. Круто. Крутотенечко. Нарушить их планы. А чё там? 12 раз урона противнику нанести. Мастер. 4700. Наконец-то у меня есть на защитнике мастер. Поздравьте меня. Пантера 200 накидал. Это 2200. Лёва 1400-707. А, хотя нет, Пау, он просто, видимо, начал играть. Поэтому так и получается у него. Я-то думал, бот это. Ну, он как-то так странно просто играл, пипец. Я думаю, чё он делает вообще? Странно.